Начали приходить приятные сообщения о том, что знаменитости и известные личности решили стать мусульманами. Несколько дней назад в сети появилось видео, где известный голландский актер, инфлюенсер и модель Донни Релвинг в мечети произносит шахаду. Ашхаду, ан, ла илаха, илляллах, ва ашхаду, анна, Мухаммадан, Расулуллах. Я не ожидал, что так много людей обратят внимание, что этот день стал для меня особенным. Меня фотографировали, снимали, я общался с представителями СМИ. Хотя, впрочем, этого стоило ожидать, ведь в мечети кроме меня было много народа. В 2022 году 22-летний Донни получил травму во время съемок фитнес-видео с друзьями. Его переехал хаммер. Он попал в больницу со сломанными 5 ребрами и коллапсом легкого. Ему пришлось восстанавливаться несколько недель. В том же году у него обнаружили рак яичника. Этот инцидент и диагноз послужили причиной к тому, что он решил стать мусульманином. Сообщается, что последние недели Донни посещал мечеть, соблюдал пост в месяц Рамадан и погрузился в Коран.